Ну, хочется какой-то комментарий этой игры, как из ворот смотрелось, понравилось, нет? Ну, провели хороший спарринг, да, сыграли в ничью, жалко, не удалось выиграть. Да, но основной задачей игры, наверное, было, да, основной связи наигрывать, да, и чтобы ребята не получили травму. Потому что все-таки через 5 дней уже стартовать в чемпионате, да, 11 числа в Астрахани. Ну, хороший спарринг провели, единственное, не удалось выиграть, да, но... И Мишка был момент Бирюкова в первом тайме, выход 1-1 не забил, да, и во втором тайме мяч катался по ленточке. Да, у них, в принципе, один момент был, да, и у них они забили, да, гол, в принципе. Особо так угрозой нам создавали. Ну, опять же, повторюсь, хороший спарринг, в преддверии чемпионата то, что нужно. Чем отличался этот матч от предыдущего? Может быть, там настрой был чуть более такой серьезный? Нет, почему? Идет подготовка, да, к чемпионату. Настраиваемся на все матчи одинаково. В принципе, контрольные игры, они должны быть, да, в преддверии чемпионата. И настрой на все игры абсолютно одинаковый. Добиться победы без травм. Да, но, к сожалению, сегодня опять без травм не обошлось. Да, у Лёши Курилова опять рассечение, да, уже второе. Синисеев получил рассечение, сегодня рассечение. Да, но я думаю, там наши врачи его подлатают, и все будет хорошо. Немножко омрачило это, конечно. А так, все, работаем в штатном режиме, все отлично, все хорошо. Эмоционально команда уже готова к старту, уже хочется? Ну, эмоционально, конечно, уже все-таки 5 дней осталось, да, даже уже меньше недели. Конечно, ребята все ждут, да, все-таки и праздник, начало чемпионата, открытие, да. Ребята все ждут, вот, и надеемся привести 3 очка с Астрахани. Тем более у нас должок, да, все-таки мы в том году 2 раза им проиграли, там, да, хочется их все-таки вернуть должок, да, и обыграть их там. Как своя форма оценишь? Сам собой доволен в этих играх? Ну, форма после травмы, да, тяжело было устанавливаться, да. Но сейчас уже кондиции, не сказать, что близки, да, там, 100%, наверное, да, к оптимальному. Ну, будем работать. И с каждым днем, да, с каждым днем все по крупиночке, ближе к чемпионату, будем стремиться к оптимальной форме. Чем этот факел будет лучше, интереснее предыдущего? Ну, это покажет, наверное, только чемпионат, да, пришли новые ребята, костяк сохранился, да, все опытные ребята, молодые ребята у нас есть, ставим самые высокие задачи, задачу нам еще официально не объявляли, да, но мы как спортсмены, да, профессионалы хотим еще выше забраться, чем в том году, то есть место повыше шестерки. Вот. Ну, будем в каждой игре стремиться побеждать, естественно, радовать наших болельщиков, приходить на стадион, болейте за нас, а мы, в свою очередь, постараемся вас не разочаровать.